Ну а теперь я приглашаю вас в сад, цветущий сад, чтобы погрузиться в цветотерапию. Мы сегодня выбираем яркие, сочные, цветные вещи, чтобы чувствовать себя по-весеннему, по-летнему. Итак, это юбка вальс цветов. Это юбка. Вы представляете? Ваша юбка, которая уже вас относит к лету. Лето – это маленькая жизнь. И, конечно, хочется побольше, Оль, цветов, хочется побольше ярких красок. Ты абсолютно в этом права. И сегодня у нас такая возможность есть – юбка вальс цветов. Сейчас у нас с тобой в руках цвет нарцисс, но у нас есть еще два сочных, красивых оттенка. И мне не терпится их представить. Давай познакомим. Да, конечно, давайте увидим все три цвета. И мне очень нравится, что на Shop & Show мы предлагаем всегда варианты на выбор. Чтобы на любой вкус и цвет. Конечно. Итак, вы налюбовались уже этим цветом? Готовы? Давайте встретим следующий оттенок. Более густой, более насыщенный, более эффектный цвет. Если вы предпочитаете темные оттенки в вашем гардеробе, присмотритесь к этой юбке. Цветы на черном. Вот правда, если вы любите более сдержанные, приглушенные тона, дайте предпочтение темным оттенкам, уверена, это решение именно для вас. Но у нас есть еще и третий цвет. Давайте с ним знакомиться. Ох, какой яркий, какой эффектный. Это цветы на синем. Здесь у нас темно-синий фон и такие же яркие эффектные цветы. Попробуйте, позвоните, закажите, и вы также останетесь довольны. Ведь как можно остаться недовольны, если есть размерная линейка от 46 до 60? Итак, великолепие юбки вальс цветов вы можете сейчас воочию увидеть на нашей модели Елене. Кстати, о размерах. Наша Елена носит 48 размер одежды. Выбирает юбку вальс цветов размер в размер. Она выбрала синие. На синем фоне цвет. Посмотрите, какие яркие, какие солнечные, жизнеутверждающие, поднимающие настроение. Юбка струится, юбка не спадает, юбка расклешенная. И за счет этого силуэт смотрится еще более легким и нежным. Да, она, наша Лаля, сочетает с топом и блузой. У нее же полностью летнее весеннее настроение, топ вербена. Великолепное предложение. Заказывайте сейчас и не сомневайтесь, юбка сядет элегантно по вашей фигуре. Берите размер в размер. Мы всегда предупреждаем, если вещь следует брать на размер больше. В данном случае четко размер в размер. А почему? Да потому что наша юбка сшита особым образом, чтобы она доставляла только приятные ощущения. Вверху юбки у нас нет вшитого жесткого пояса вточного. Посмотрите, здесь эластичная лента. Она садится по фигуре, и еще преимущество. Вы юбку можете носить либо на талии, либо на бедрах, исходя из того, как вам больше нравится. Это так здорово, Оль, не будет врезаться в фигуру, да, вот часто бывает, мы с вами, ну, то поправляемся, то немножко стройнеем. И когда одеваем любимые вещи, понимаем, так, что-то тут у меня молния не сходится, ну и настроение от этого портится, правда, сразу приходится, ой, а что носить, как выглядеть? Выглядеть очаровательно с блузами и с юбкой вальс цветов, потому что эластичный материал, эластичную резинку потрясающе подстраивается по фигуре. Оль, хочу у тебя спросить, а просто что за материал такой, столько легкости, столько прям воздуха в наших девочках, такая красота. Это точно красота, это шифон, но это шифон нового поколения. Ты знаешь, я вспоминаю, шифоновые блузки были у моей мамы, и они были настолько нежные и тонкие, что... Одно неосторожное движение, все пошло по шву. Конечно, да и даже не только по шву, а сколько сама ткань так расползалась. Ее нужно было очень деликатно носить, деликатно стирать, деликатно гладить, просто это сплошной какой-то был деликатный вариант ношения. Ну, а в данном случае юбка сшита из шифона, но шифон нового поколения, и он абсолютно прочный, вы можете не сомневаться. Посмотрите, он такой же летящий, как натуральный шифон, но при этом... Давай. Так, проверяй, сказала, крепкий, значит, все проверяем. Ведь, Оль, мы же хотим не просто красивую вещь, мы хотим качественную, чтобы долго ее носить. Конечно, мы приобретаем юбку и носим ее абсолютно несколько сезонов. Я думаю, что ей десятилетия не страшны этой юбки. И обратите внимание на качество шва. Смотрите, какая идет обработка. Здесь идет у нас закрутка. Оверлок очень плотный, который создает вот такую интересную волну. Опять же, нет у нас здесь загиба, здесь нет сложных швов, которые утяжеляют. А за счет этого юбка, посмотрите, как парит, она буквально летает. Ну а так как это шифон, у многих, возможно, возникнет вопрос, не будет ли просвечивать ножки? Нет, не будет, потому что здесь есть
еще и подклад. Но подклад здесь не короткий. И знаешь, кстати, как сейчас... цены, как целая юбка. Да. Смотри, сколько материала, правда. Оля, ты по цене 2799 рублей. Смотри, сколько материала одного только подклада. Сколько шифона здесь, да? Причем не деликатного, не на который мы с вами трясемся и переживаем. Ой, как не сесть, как не повернуться. Это а точно. Носим в свое удовольствие. И, конечно, хочется отметить, что вот я вернусь еще немножко к нашему подъюбнику. Ты знаешь, часто бывает, Арин, что шьют подъюбник короткий и прямой, а юбка-то широкая. В данном случае здесь правильно шит подъюбник. Смотрите, какой он длинный, какой он широкий. То есть он дает возможность нашей юбке струиться, летать и дает воздушность нашему образу. Три разных расцветки у нас есть в наличии, и размеры еще есть до 60-го. И вот маленький момент о качестве. Посмотрите, даже на подкладе у нас сделан оверлок, все обработано. Вот я часто вижу, что на подкладах, да, нет таких швов, потому что производители экономят, но да, только не телеканал Шоп-эн-Шоп. Смотрите, все предусмотрено, чтобы даже с внутренней, с изнаночной стороны изделие выглядело великолепно, а качество – это залог практичности, что носить юбку-вальс мы будем с вами долгие годы, все сезоны. Главное, только выберем свой цвет. У нас их сегодня три в наличии. Выбирайте свой и наслаждайтесь цветочной палитрой. Ну, а цветы не выходят из моды, и подиумы пестрят яркими, красивыми, цветастыми предложениями. Недавно, кстати, прошла неделя моды в Москве. Мы ее посетили, конечно же, погрузились в эту красоту, тенденции модные. И что? Пожалуйста, цветы вновь в моде, и вы будете на пике популярности. Шифоновая юбка – это тот аксессуар, который должен быть в каждом гардеробе у каждой женщины. В этой юбке вы можете отправиться как на работу, так и на встречу, так и на день рождения, например. Взять ее с собой в путешествие. Конечно, это юбка на все времена. Причем, еще раз напомню, что шифон здесь качественный, прочный и надежный. Он не боится стирок. Ну, кстати, о стирках 30 градусов. Всего? Стиралка в машине. Стираем в машине при 30 градусах, вывешиваем на плечики, она стекает, сохнет быстро. И вы получаете идеальный вариант. Уход легкий и абсолютное качество. 2799 рублей. Юбка вальс цветов. Посмотрите, сколько в ней воздуха, сколько в ней легкости. И также легко, игриво вы будете выглядеть в своей юбке. И мне нравится, Оль, что такие юбки не имеют возраста. Они подходят как молодым девушкам, так и уже дамам красивого возраста. Конечно, потому что мы подбираем такие варианты одежды, чтобы они вам однозначно подошли. А теперь посмотрите, еще один вариант топа вербена, это бирюза. И юбка на синем фоне цветы. Посмотрите, как красиво смотрится. Вальс цветов, синий фон и цветы. Нравится вам такой вариант? Заказывайте такой. Вы можете любой выбрать топ по своему усмотрению к юбке.